красиво ухожены. Thank you.
своя база данных, они только дополняют друг друга.
Thank you.
деревья еще зеленые, а вот ближе к дороге
где-то поворот направо в сторону Уфы. Это федеральная трасса. Но там можно будет повернуть и налево. Вот это пойдет дорога по региональным дорогам. Дороги тоже неплохие. Я ездил давно, правда, когда 4 тому назад настроил на навигаторе маршрут экологический. Это в навигаторе Айго Клима. Там есть такая функция экологическая. Что-то я подключился.
благоприятных условиях, то где-то 9-9,5 часов еще можно ехать. Я ориентируюсь на карту памяти. Это один из основных Макс. Установлены две карты по 128 гигабайт. Итого 256. Вот этого объема памяти хватает на 13.647 на каждую 13 часов.
Акиноре тем, что на Акиноре карта памяти 32 гигабайта, и через каждые 4,5 часа приходилось останавливаться, менять карту памяти. Здесь две карты памяти, идет поочередно запись на одну, потом на вторую. Вот в качестве 1080 HD берет одной карты на 6 часов 47 минут. Две карты, ну, 13 часов. Сколько там? 13 часов 20 минут или, в общем, так где-то. Ну, я беру обычно запас небольшой. Переброска с видеорегистратора DataCam на внешний жесткий диск составила сегодня 5 часов, ну, 4,5 часа. Долго, да, медленно, но выхода другого нет. То есть 8 часов где-то остановился, в 7 часов. На около с расстояния пару километров, где машины стоят. Посмотрим. Стоят, нет. Пока делать полное видео о трассе нет. Можно купить две карты 256 гигабайт. Итого это будет 512 гигов. Но на дальние расстояния их может две карты не хватить. Карты, но это уже очень дорого для меня. 128 гигабайт, одна карта стоит 5000, две карты 10 тысяч. Если брать в два раза больше, то это будет 20 тысяч. Если брать карты по 512, то DataCam 6 Max, я не знаю, тащит или нет, 512 гигов, то карты памяти будут стоить почти в два раза дороже. Две карты по 512 гигабайт, они будут стоить дороже самого регистратора, наверное, в два раза. Поэтому легче всего с собой взять. Вот они стоят, машинка слева. Одна. Предупредили дальнобойщики по радио. Значит, с правой стороны будет стоять еще. Посмотрим. Мигают фарами, предупреждают. Значит, стоит. Ребят, на 24-м машинка работает. Так что информацию о контроле за дорогой знают все. Ну куда ж ты пошел? Ну,
слышишь? Посмел проскочить. Ребят, на 5-4 машинка работает. Благодарю, принято.
двигатель, нафига это надо? Вот он всех и тормозит. Возможно, провокатор.